Уважаемые мельтопольцы, это мое первое видео после 6-дневного задержания, нахождения в плену и освобождения. В первую очередь я хочу поблагодарить каждого мельтопольца, который, не боясь быть в заключении, не боясь репрессий, не боясь допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинги, выходил на демонстрации, тем самым декларировал, что мы свободный народ, мы украинцы, мы мельтопольцы, у нас так принято отстаивать свои интересы громко. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Каждый день, находясь в информационном вакууме, находясь в изоляции, я чувствовал, что вы за меня боретесь и сражаетесь. Я хочу поблагодарить всех наших друзей Мелитополя, которые отстаивали интересы мелитопольцев, мои интересы на международной арене, на всеукраинской арене и сделали все возможное, а порой даже невозможное, чтобы мое освобождение было скорее. Я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Александровича Зеленского за помощь, за поддержку, что освобождение стало настолько быстрым. Чуть позже я расскажу все детально и поговорим о планах. И абсолютно точно я уверен в том, что вместе с нашей командой мы абсолютно в скором будущем поднимем наш украинский флаг над центральной площадью Мелитополя. А те, кто его снимали, абсолютно точно уже не будут жить в нашем прекрасном городе. Слава Украине!